встретишь, так и проведешь, гласит народная мудрость. Традиционно в кругу семьи или с друзьями в клубе. Давайте узнаем, где и как современная молодежь планирует встретить Новый год. Где и как планируете встречать Новый год? В Польше. С кем? С родственниками. А вы? Дома с родителями. Ну, дома, наверное, будем встречать, как обычно. А вы? Ну да, я тоже планирую дома. С друзьями. Семейный же праздник. Надо в кругу семьи встретить. Дома с родителями, с братом, с двумя братьями. Вот один из них пока что. А вы, значит, тоже все вместе, с вами все ясно. Да, планирую. Прошлый год как-то с семьей не смог пройти время. В этом году планирую очень хорошо закупиться фейерверками, все дела. Отлично. А вы? Новый год, скорее всего, с друзьями, если получится, конечно же. Но... Вероятнее всего, буду дома с родителями. Ну, обычно всегда встречаю Новый год с семьей, но бывает, что иногда с друзьями или с дальними родственниками. Где и как планируете встречать Новый год? На работе. Всегда встречаю вместе с семьей в узком кругу. К сожалению, в последнее время чаще в кругу друзей. Семья как-то уходит на второй план. Ну вот, этот Новый год мы и реабилитируемся. Скажите, где и как, и с кем будете Новый год встречать? В Питере с друзьями. Отлично, а то все дома, с семьей, вот хоть что-то необычное. Может, поподробнее нам расскажите, какие там у вас планы? Я сам не знаю еще. Еще не знаете? Но однозначно в Питере с друзьями. Да, обязательно. В этом году, я думаю, навряд ли я пойду куда-то в заведение отмечать. Буду отмечать с дома. С семьей, с друзьями, с родственниками, с родителями. Это самый популярный ответ сегодня. Но я думаю, что так как Новый год – семейный праздник, он будет в основном каждый год самым популярным ответом.